Рак не приговор. Не приговор. Возьмите себе на вооружение, кому это необходимо. Возьмите. Я покажу. Саймонтон Карл и Стефания Саймонтон. Психотерапия рака. Она, эта книжечка в интернете есть. И кому-то необходимо, вот этот онкологический центр, где работают муж и жена. Муж хирург, онколог, жена психолог, психотерапевт. И вот здесь очень хорошо прорабатываются все вопросы. И как же так? Онкологический диспансер, онкологический центр, и там нет психотерапевта. Как такое может быть? Это дремучее заблуждение. Комплексный подход. Вот посмотрите. Психологический подход к лечению онкологических заболеваний. Человек и система его представления прорабатываются. Причины рака, стресс и болезнь. Рак, стресс и личность. Представление о раке и их влияние на выздоровление. Выздоровление с точки зрения целостной модели человека. И вторая часть практическая, пути к здоровью. И программа здоровья в действии, содействие своему здоровью, преимущества болезней. Как научиться расслабляться, визуализировать свое выздоровление. И значение положительных образов, создать свой ресурс, преодоление затаенных обид, очень важно, да, обиды, чувство вины, постановка целей, правильно поставить цель, а то и так и получается. Есть понятие движения от, и есть понятие движения к. От чего идем, к тому и придем. Избавиться от, оно ничего не дает. Или... К сожалению, вот вся наша медицина, она работает по типу движения от. Симптомы с помощью лекарств и таблеток и уколов убираются, а все эти причины остаются внутри. А на самом деле медицина должна быть как искусство, выходить на причины, устранять, а остальное организм зачистит сам. Встреча с внутренним наставником – это создание ресурса. Преодоление боли. Надо научиться работать с синдромом боли. Страх – рецидива болезни и смерти. Работа с эмоциями, страхами, тревогой. Поддержка семьи. Люди хотят помочь родному, близкому человеку, а не знают как. И впадает в другую крайность, созависимость, да? Начинает жить, или как с ребенком нянчиться, и есть вторичная выгода болезни, надо об этом помнить, что-то за счет этой болезни, что-то человек хочет получить, и он цепляется за эту болезнь, вот об этом надо думать и понимать. Так что возьмите на вооружение, эта книга в интернете есть. Кому это необходимо, легко можно найти. «Психотерапия рака», Саймонтон, Карл и Стефания. Один раз в группе даже не задавались целью, проводили тренинги, занятия, обсуждения, игры. Одна женщина приходит и сообщает: «Доктор Кук, я перестала храпеть». Храп. Апноэ. Ночью, когда дыхание перехватывает, или люди опасности того, что остановка дыхания, перебои работы сердца, опасны. А вот, пожалуйста, подсознание находит, устраняет ту причину, вызвавшую хотя бы вот храп, ну, казалось бы, да, кроме дискомфорта, кто живет с этим человеком, есть особенность во время сна храпит, оно вызывает дискомфорт,
накопление неприязни. Ну а человек спит, он же не виноват ни в чем. А подсознание вот ответило так. Поэтому и психосоматика, и неврозы, и депрессии, и тревоги, и страхи, и фобии, все поддается лечению. Надо пробовать, надо экспериментировать, не бояться. Тогда вы восстановите зачищена площадка прошлого, навели порядок, все. Организм умеет отвечать с благодарностью. Ну, вот такие примеры. Еще я вспомнил, например, да, вспомнил. Хорошая была передача лет 20 назад, Юрий Гусман вел. И эта передача называлась «Тема».